настоящим праздником Победы. Ой, у меня даже мурашки ночью случились. И мы вам вручаем медаль юбилейную к Дню Победы. Спасибо, спасибо. Дети войны у нас же никаких наград. А это спасибо. Вот мы решили Совет ветеранов. Спасибо, у меня мурашки даже по телу. Спасибо большое. Вы же не забывайте еще. Конечно. Во время войны вам сколько лет было? Мне было, папу я провожала, было 3 года. То есть вы хватанули всего, конечно. В школу пошла в 44-м году. Жили тяжело. Как колоски собирала, так же. Наверное, дедушка говорил, что тоже колоски собирали, картошку перекапывали. Люди выкопают, а мы перекапываем. Семья большая у нас была, 3 ребятишек, мама одна осталась. Потом от тифа умерла. Тиф, холера пошла там. Это все я пережила. Карлочную систему не могу. Да. И послевоенные, конечно, тяжелые годы. Даже вспомнить не могу. Да. Спасибо вам за все, за ваше терпение, за ваши усилия. И с праздником вас, и будьте здоровы. Мы вам желаем здоровья. Ветеранов. Поздравить вас с Днем Победы. Пожелать вам всего доброго, за то, что вы трудились, работали. За все-все хорошее. Спасибо. Да. Это ошибка, как? Большая награда для меня, да, уже теперь. Медальку вот оденете. Это... Внукам покажете. Приятно. Что-нибудь есть у вас? Награждали? Почетные грамоты. Ну, почетные награждали. Ну, доску почета. Да, да. А медальки есть какие-нибудь? А вот не помню. Нет, наверное. Нет. Ну, не могу сказать. Ну, конечно, с победой геройской скалистым верну с берега. Хоть волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля, но радостно встретит героев рыбачи родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачи родимая.